have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, привет. Сегодня, да, всем привет, извините, никому не дал поздороваться, меня убили, можете здороваться, отступать, не успел, поздно, сегодня мы в AIM Lab, да, есть такой не только, AIM Lab Blocks, AIM Blocks, не, ну AIM Blocks, это AIM Lab, все, ой, no scope, Потом... Да вообще по рандому. Как из этого стрелять, извините, пожалуйста. А, это МК-14, ай. Пардон. Да легко. Ты просто влетел на вашу сторону, взял, всех убил. Выдали снайперку, откисят кота, пипец. Не дали снайперку. Да, снайперка это прям беда во всех этих рандомных шутерах. Ты такой со снайперкой на тебя вылетает что-то с пулеметом, что-то, блин, с ППшкой. Беда для моей тимы, если... Не убивай его, у меня снайперка. Снайперки не актуальны в режимах. Вы бы, ребята, видели, что это такое. Мы сейчас вдвоем заходим в спину к чуваку, я начинаю в него стрелять. Чувак не подозревает, что за ним двое. За ним двое коллег со снайперками. Такой, не убивай его, у меня снайперка. У меня самого снайперка. Он идет такой... Что? Вдоль Чигабана. Револьвер. Так, плазма или пушка? Снайперки не сильно актуальны в таких играх. В таких мобильных режимах снайперки не очень актуальны. Я все время хожу, что на меня столько часов идет. Типа там, где все постоянно бегают, ух, прыгают. Першин, это я тебя грохнул лоншотом, фига себе. Шотом? Умри, пожалуйста. Фрум, привет. Привет. Блин. Ты с ПП? А, это что у тебя? А какого фига, меня сейчас... Да фиг знает, я уже три оружия сменил за это время. Слаг сзади. Да убейте его. Спасибо, вовремя. А нет, у него больше всего. Ему один. Нет! А, два ассиста, ладно. Нафига, здорово. Блин, да, Рова. Все киллы отобрали. Горыть. О! Кичинес и Сигма. Второе, третье место. Ну, да. Молодцы. А как меня Кичинес-то успел обогнать? Ну, потому что он снайперская крыса. Чуваки, о! Прикольные ники у людей. Это. Вы сейчас еще просто нормально, вот он, вы его застали, когда он нормальный. Раньше эта штука бегала с ножом и всех бэкстебила в шутерах. О, мне так нравится, как тут все блестит. Я в бэтбизнесе бегаю с молотком и пинаю все, что вижу. Сделайте два тима. По коленкам пинай. По коленкам. Это что это? Тут бобы. Это мы что, со своими пушками, что ли, сейчас будем? Это снайперки. Снайперки с лоу-гравитацией. Изи, просто обожаю такое. Арбалет? Не вижу ничего смешного. Я даже прицелиться в тебя не успел, а он мне уже... А я успел. А я убил кого-то. Ой, так тут еще каждый сам за себя. Ну да, противно. Это был мой килл. Нет, это был мой килл. Что я так прицелись, чувака убивают? Да умрите вы, пожалуйста. Адмирала спасли от меня. Не-не-не, ладно. Офигеть, у кота хорошая снайперка. Мне не свезло так. Ай, мимо! Попал. О, дабл килл! Дабл килл? Да. А это реально? Я забираю кота, короче, у меня дают новую снайперку, я с нее сразу же еще одного забираю. Да ну, меня крысят просто. Да ну не сказал бы, я на тебя спереди выпрыгнул. Арбалет! Да ну, смотри, они все крысят просто. Они не хотят сражаться. Я не туда смотрел, что... Так, ладно, хорошо. А я вижу стрелу до сих пор, кстати, от этого арбалета. О, сваг летает. Пау! Не попал. С арбалета очень... Я слага еще не видел. А я попал. Да с арбалета не очень удобно стрелять. В этом режиме. Офигеть, вот это отдача. Ладно, хорошо, понял. Я не знаю, что за чел не попался, как он не смог меня убить. Ха-ха. Никак он не смог, я хотя. Изи просто. Не-не-не, вот честно, вот это прям не мое. Я ненавижу это. В частности, отчасти потому, что я рак, а отчасти потому, что
меня просто мышь не заточена под такие вещи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, красиво сейчас было. Вообще в этом режиме целиться, а? Смысл целиться, если можно стрелять? Да власть. К тому же огонь нужно вести не во врага, а в сторону врага. Не в противника, а в сторону противника, да. Отсылка на Романа Хорса. А как это сейчас было, пожалуйста? Я думал, что это глюк АФК. Я стою, 4 пули, неподвижная цель, 4 пули стреляю по неподвижной цели, ни одна не попадает. Она ко мне поворачивается, бам, все. Как люди вообще с арбалетами играют? Изи просто, еще одного с арбалета убью. Не, на самом деле, типа, просто ищешь цель, которая стоит на земле, не прыгает и стреляешь. Угу. Там просто, если на записи кто-то... Не, нормально, нормально, хороший челлендж, почему нет? У меня вроде киллов 4, да. Да, а, у меня 5 киллов пока. Там просто... 20. У меня 5. Персон, мы с тобой рядом, только я на один... А у меня стрик выше, ну ладно. Просто, если кто-то давай посмотрит на записи, вот, килл-чат, он в этом режиме, он, я просто все я в килл-чате постоянно мелькаю. Это там да, был один момент... блин, я удивлен, что ты не первое место. Я тоже удивлен, что я не первое место, типа, а? Давайте гангейм. Рандомайзер, ну его нафиг, рандомайзера две команды. Я выбрал... На Йоркшире. Ты опять снайпу выбрал? Ну да. А, ну конечно. Да, рандомайзер. Ну что, мне-то? Дабл-бар, а я могу чувак как-то поменять у-у-у ящик, который, типа, с оружием? А то мне не нравится то, что там снайперок нет. Да, вот ну... эту фишку я не знаю. Я... Блин, мы на рандомайзере, да, сейчас? Да. У тебя дабл баррел? Да, у меня дабл баррел. О. У меня 5-7, вы о чем? Я даже 5-7, с него фраги да, делаю. Да. АК-47. Пришло время... Ой-ой-ой-ой-ой, два хеда прилетело, я тут просто... Божественно раздаю! Я как милитарист негодую, когда кто-то называет АКМ или АК-74, АК-47. Может, он 47, погоди. Ну, так-то в реале было... Ну, он может здесь быть подписан, типа... Ну, да, это он почти во всех играх подписан так. Я негодую сильно очень из-за этого. Негодование. Да. Долбанный снайпер, чёрт! Нет, ну вы чё, ну вы... А, ну норм... Нет, не на... Наконец-то... Чайна Лейк? Наконец-то норм пушка. О, у меня пулемёт! Маленький мальчик нашёл пулемёт. Больше в деревне никто не живёт. Минус 99, и его никто не убил. Минус 99 игроков ты сделал? Нет, чуваку минус... Неплохо, неплохо, могёшь. Моя мечта как в этом. Как с этой береткой играть вообще? О! Я американский пулеметчик, у меня есть М60. МГ-42. Не, это немецкий пулеметчик. Во-во-во-во-во. Я мафиозник. Все, я могу, в принципе, даже не целиться. Я могу стрелять просто в сторону противника, я буду убивать. Не в противника, а в сторону противника. В сторону противника, да. Потому что огонь ведется не в сторону не в противника, а в его сторону. Ну, смотря какой, если подавляющий или прицельный. Ну, снайпера явно не получится вести огонь на подавление. Смотря из чего. Ну, он же снайпер. Автоматическая снайперская винтовка. Ну, руки поотрывает, конечно. Не, прикиньте, зафиксированная. Прикинь, можно было бы попасть вообще-то. Блин, ассист, нафиг мне ассист. А чё, классная пушка. Фростбайт. Имба, можно сказать. Да нет, это фигня полная, не Frostbite. Да, Frostbite хорошая. Да этим фиг убьёшь. Фишка в том, что я карт вообще не знаю. А смысл знать? Зачем взять вообще карту? Просто опа, и... Так, дробовик. Потому что вот, например, KitchenS вылез, убил меня. О, спасибо. Привет. Я тебя, кстати, кулаками замочил. Ну, конечно, к чуваку с гранатометом подходит с кулаками, но это же логично. Ну, ко мне он тоже с кулаками подошел, но я, к его сожалению, был с дробовиком. Постарался с кулаками. О! Так, деревянненькая пушка. У меня вообще этот... Где адмирал? Тут две фурии на сервере. Я вон слагаю. Блять. Я один здесь космодесантник, да? Да. Першик сзади. Было. Офигеть, кот летает.
Я просто вижу фотки киды. Убил! Известные последние слова. Ты не убьешь. Не убьешь. Или как же это легко? Вот стоит тебе это сказать, как ты сразу же сольешься. Матвей, чувак! Матвей. Да, видел я ваших Матвеев. Вообще на изи. Не, он стоит и стреляет в упор. Матвей, чувак, ты чё? О! У меня двойные пистолеты, я сейчас буду всех убивать. Ау! Ету было больно. Я буду убить... Золотой Скар? Ну все, кажется, я из него вообще ни одного килла не сделаю, потому что таким оружием убивают просто сразу на месте. Я просто... Килла сделал подряд. Знаешь, да. Вроде как стрелялся с котом один на один, а потом еще откуда-то адмирал взялся. Файсеван это вообще такая хорошая пушка. Бить адмирала, стоит. Потому что, а че он? Я лягушку нашел, ребят. Где? Вот. Вот отстань. Лягушку, прикинь. Почему вас так много? Лягашка. Лягашка. Я один с винтовкой против кучи. Я как в тир вышел, там 5 человек бегают. Фау, нафига мне фау? Это самое, только я решил напал. О, М60. Неплохо. Я тоже как тир вышел, только мишень меня застрелила. Вот, Матвей, я же говорю Матвей. Ох ты, Матвей. Матвей MVP. Матвей хорошо. Нельзя так хорошо играть, Матвей. Но-но-но. Сколько у меня там? 14? 13 киллов. 13. Ладно. КД 1.18. Ага. Давайте в следующем раунде всех убьем. Не, у меня хороший КД. Ну, неплохо, неплохо. Я вообще не знаю, типа, в чем прикол на статку там стараться. Не, никто не старается, это просто показатель того, где ты сейчас находишься. Это никакой не стат для кого-то, для себя. Есть же люди, которые прям на статку бьются, ну типа, зачем это просто циферки в профиле. Баланс на две команды. В бастион. В бастион. Нет, АМ-сити. Блин. Это что за покемон? Ты кто? Трансмутатор? РПГ. Трансмутатор? Кого в черепашку ниндзя превратить? Что? Ребята, мне РПГ. О, у меня М4А1. Я думал, у тебя это, role-playing game, а ты про оружие. Не. Та самая седьмая легендарная. Да ну кто, отстань. Как? Сколько у тебя жизни осталось? 30, 0. Как? Ну, я вижу, что 0. Мне си ждали. Да иди-то... 30-0, неплохо. Сыграли, хорошо. Короче, ребят, да, наверное, поздно немножечко об этом говорить, но я скажу сейчас, пока не совсем еще игра закончилась. Тут очень беда со спаунами. Тебя может заспаунить прям вот... Чувак с пулеметом стоит, опа, на тебе. Кунай? Кунай? Кого? Кунай? Оу-оу-оу-оу. Тут у чела такой прикольный эффект, когда он меня убивает, и у меня надпись You Dead, как в Dark Souls. Это у меня. Да не, не только у тебя. Себастьян. Чё-то я это, ну как-то не могу сейчас. Что-то не летит. Бывает. Да распак. Сраный. Блин, сейчас была просто разборка в Бронксе, двое с ППшками, такие та-та-та-та, и никто никого не попадает. Ауг. Нормально. Флаг сзади появился. АК. Где все? АК мы любим. Убью. Один останусь. Я убью, один останусь. АК, я так понял, из КС, да, сперли? Ты кто такой? Привет. Кот стрелял мне в спину, в итоге я убежал за угол, он что-то отвлекся, я вышел. И углом убил кота. Ай, блин, у меня не было жизни, меня взорвали до этого. Что? А, писмейкер, серьезно? Уху! Ага! Ауч. Нет! Успею! О, есть? Нет, не есть. Вот это, конечно, калаш могёт. Вот это, когда хорошая пушка так хорошо летит. Кот, привет. Пока. Дабл килл. Монстр килл. Да, блин, кот. Ау, меня нуб убил. Нуб! Карл! А, нуб на первом месте. Ладно, это не стыдно. А у меня хрен. Да уж, дробовики в этой игре это слишком. Больно. В принципе, на самом деле, баллистика здесь неплохая, но в некоторых моментах ты такой просто фейспалмишь, убиваешь себя фейспалмом.
Как с луком играть? Желательно картошечку к нему добавляешь. А, ну. Что ты котлетку докидываешь? Я нафиг тебя лук. Спас! Нафиг лук, используй чеснок. Матвей. А, ну, Матвей. Так вот, кто... Йо, ПРСТ. Матвей. Я чуть это... И он меня добрал. Ай. Меня чел спиной стреляет, помогите. По звонками, что ли? Я не знаю, просто идет ко мне спиной и стреляет. Не по звонками, а из позвоночника. Ну, из позвоночника, по звонками. А кто звонит? По звонкам. Так, флаг, здорово. А, адмирал тут, убить адмирала, раз уж он убил флага. Да ну ёлки-палки, Себастьян. О, опять флаг. То Матвей, то Себастьян. Да что ж такое-то, какая винтовка? Ну, так она еще и не автоматическая. Боль, печаль. У меня эмочка. Не, ну, норм. Чувак бы не хопит. Першин, я за тобой, блин, бегал, не знаю, секунд 5, и ты еще разворачиваешься и убиваешь меня. Флексим. Да. О, флаг на заднем фоне стоит. Чувак, мне нужно, чтобы кто-то из наших взял первое место для превьюшки. Давайте, поднажмем. Сложно. Сигма, блин, ты там ближе всего. Давай, упрись. Давай, твой Матвея, Себаса, всех. Или ты, давайте кто-нибудь из вас, ребят. Челлендж, поехали. Нет, просто я кто-то понял. Предлагал приватный геноцид, сервак. Вы понимаете, что если бы кто-то создал, что если мы создадим приватный сервак, то мы с котом там все уничтожим. Знаю, поэтому не хочу. Это будет просто не битва. Это будет битва кота и меня. Мы с котом любим повраждовать. Очень. Что в этом? Wild West. Что в Wild West мы с котом стрелялись? О! Ну-ка. И я победил. Между прочим. Да, с дробовика в упор словил. Я победил в ловле пули. Ой-ой-ой-ой-ой, как это получилось? Ай, это было плохо. Я не уверен, что это сильно сгонит. Я не в тебя стрелял, у меня была месть для вот этой белой фурии. Все, ну, в принципе, запоминаем, фури враг народа. Нет, она просто меня убила. Да блин, адмирал! Да блин, флаг! Я да просто блин, все стреляю. Подряд! Блин, первое место, поднажмите! Уна! Да. Так, кто увидит Уну, мочите, просто... Как будто я делаю исключение, я вообще во всех стреляю. Мочите. Нет, просто всех! Я сам в тебя буду стрелять, раз ты... Пожалуйста, нет, дайте мне сделать убийство, я не хочу на этой винтовке играть. Она нет, такая убогая. Чтоб ты понимал, короче, я типа целюсь, я стреляю адмиралу в голову, его убивают. Прибегает слаг, я стреляю ему в голову, что его убивают. Что это за лаги сейчас были? Ты видел, как ты на меня прыгнул? Да, видел. Кстати, чайник, тебя адмирал не слышит. Печаль, почему? Его нет с нами. Першин вышел? Ну, в голосовом его нету, но... Черт, он играет. Есть. Ну, по крайней мере, прошлую играет. Катку. Да и в это он играет. Да, из-за снайперки в голову получает. Я просто вижу чел, я прохожу, сверху пуля надо мной пролетает, такой, типа, чё? Там чел крысит. Фростбайт? Неплохо. Ледяной укус. Дайте убивать кого-то, ребята, мне киллы нужны, пожалуйста. Запрещаю. Да ёпарасте, Себастьян, успокойся! Да не запрещайте мне, я же хороший. Адмирала убил со снайперки. Я же всего лишь... Вот отстань у меня снайперка. Да я вас сам убью. Пау. Ну ты меня постоянно... Я занят, я с другими людьми разговариваю. Ты постоянно мне приходишь... Пау. Снайпнул кота в полете. Что это? Ага, здрасте, Аслан. А-а-а, МК-14 не ваншотит в голову. Ну, первый. Помогите! Что это такое? П-50. Я не уверен, что я хочу с этим ходить, ну ладно. Мне нужно 2 килла и все. Вот, дай скипну пушку. Дай скипну пушку, иди сюда, кис-кис. Да там просто такая шняга попала.
Слаг! Ёлки-палки! Вот это сейчас была красивая дуэль. Я в него стреляю в полете, а он такой пуф. Ребят, дайте первое место, дайте первое место, дайте первое место. Близок к первому. Я на первом месте, дайте первое место. Не надо. Там превьюшка нужна сильная, аж вроде. Да, нужна. Дайте мне первое место. Давай ты, давай кто угодно. Блин, ну сейчас будет первым. А, не будет, ладно, его на этот раз оттеснили. Кто занимает его уже первое место? Все, я скипнул ревик, можно сражаться. Я улетел. Револьвер вообще крутой. И меня револьвер. Котомыш убила, что ли? А, ребят. Что? А, я очень долго летел. Чтобы оружие было хорошим, оно должно быть либо... Оно должно быть автоматическим, либо оно должно иметь большой урон. Разовый. Ой, мне этот револьвер уже достал. Не знаю, а чего всем мне револьверы не нравятся? Нет, если скоростные револьверы, которые, например, как вот этот же Peacemaker сделан в... О, красиво. Как этот же Peacemaker сделан в арсенале, то он прям крут. Но здесь, я не знаю, что-то мне не зашел прям. К сожалению, сам арсенал не очень крут. Почему? Не знаю, арсенал, по-моему... Вы следующую будете играть. Ну, сейчас еще одну карточку сгоняем, пойдем в следующую. Меня на фраг опередили. Угу. Котом, кстати, одинаково по фрагам. Чем тебе арсенал не пошел? Ну. Мессиловка слишком странная. А чем он отличается от этой игры? Тут с оружием легче убивать. Здесь чаще попадается что-то нормальное. Так ты знаешь, когда ты последний раз там был? Ты видел, сколько там сейчас пушек? Нет. Вы про арсенал говорите? Да, ты же там можешь и куклой эльфа стрелять, и шариками, и пиццей людей убивать, и в общем... Я не хочу возвращаться в него. Возвращаться? У меня грейн лаунчер. China Wake. Так, командами? Ну давайте командами, хорошо. Ёлки-палки. Чё все играют на этих... гранатометах-то? Мы все начально лайк. Минуточку, а оно меняется или это режим такой? Это гонка вооружений, все нормально. Блин, жаль. Оу, забрал с этого. Я бы не выйдет. Арбалета. Здорово, ребят. Ай, здорово, блин. Я думал, ты из наших, а ты этот. Там после этого арбалета сверхновый идет. Хорошее оружие. А я за победу, да. Мне нужна новая пушка. Этот граномет. Граномет. Гранулы летают. Фигня полная. Слышишь, Себастьян до сих пор China Wake. Он есть! Это... Нет! Это я... я тебя шотнул. А кто у нас там под потолком висит, мне интересно, и что он там делает? Смотря под каким. Карты. Кто меня убил? Признавайтесь, я сам вас убью. Блин, нуб по крышам бегает, ребят, на дно поснимем. Убейте Матвея! Бейте Матвея! Да, сказал и не дал мне убить Матвея, хотя я как раз по нему стрелял. Пинайте его ногами. Я тебя убью. Себастьян в ударе, офигеть. Кто его ударил? Меня Слаг убил, скину, помоги. Да, я крыса. Фух, у меня одна хп была, я через... О, я успел убить. Ха-ха, я тебя видел. Адмирал сдох, жаль. Кого, адмирала? Да не совсем. Да не, то что он сдох, я в тело сам бить. Я вышел за его головой. Так, а это работает? Привет, Слаг. Да, работает. Нет, блин. У тебя там вроде сзади кот прыгал, но он что-то не спешил тебя убивать. Так он убил с ножа. Но не Слага. Я использовал человеческий щит, передо мной чувак шел. Вот он тебя и спас, кстати. Ясно. Знаешь, кирку его бери. На, уйди. Ой, адмирал разошелся, с другой карты повалил. Дёрну Джованна, не делай вид, что знаешь все наперед. Даже не успеешь пожалеть о собственной гибели. Помогите, у меня винтовка не автоматическая. У меня снайперка, помогите. Кинг Кримсон. Смотри, время для всех, кроме меня самого.
Я на самом деле не шарю, меня друг этой фразе научил. Некоторые люди учат из Библии, кто-то учит из этого Жожи. Я Матвей ножом по башке удалил. 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 Полностью. Удалил. Удалил. Паркади куча. Веду огонь в сторону противника. Я. Блин, немножко бесит, что приходится держать правую кнопку для зума. Мне очень нравится то, что когда оружие меняешь, его не нужно перезаряжать потом. Да. Убейте его! Эш, давай! Используй телепорт! Катана! У тебя же есть катана, Эш! Начались фразы из Жожи, зачем я это сказал? Это, Эш, это было не из Жожи. Да? Я просто не шарил. Это было из Ореха, Карл. Ага! Из Ореха? Орех это Апекс, который? Ну да. Да. Эш, которую, насколько я помню, неплохо так размажил Титан класса Авангард. Да. Ты ж тоже, да, помнишь эту... Ну, так я ж проходил. Когда просто выхватывает с Титана и раз. Привет. Привет. Ну, блин, у меня там осталось 5 жизней. Месяц куная выкинул, да. Я видел, он 60 жизней, 60... Оу! Превьюшка готова. На самом деле, я не знаю, возможно вот это, возможно прошлое, потому что в прошлое вы были вместе с котом. Хорошо, ребятушки, я думаю, на этом будем заканчивать. Неплохо сегодня побегали, скажите, что вы думаете насчет этого режима. Мы с вами увидимся в следующий раз. Всем удачи, добра. Всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда. Всем до связи и всем топлива, кстати, да.